В настоящее время установлена причастность одного из задержанных к совершению грабежа на территории Хвалынского района и кражи имущества на территории Балаковского района. Основной фигурант исполнял обязанности персонального менеджера, который оформлял займы. Имущество забираете у граждан незаконно? Нет. Не забираете? Нет. Ничего вообще не забирали? Нет. Я понял. Сейчас будем с вами беседовать. Офис фирмы располагался в одной из квартир жилого дома. По версии следствия, мужчина под предлогом взыскания долга с клиента проник на территорию домовладения в Хвалынском районе и открыто похитил стиральную машину. Злоумышленника не смутил тот факт, что бытовая техника принадлежала пожилой матери клиента. Деньги, вырученные от продажи стиральной машины, подозреваемый потратил на личные нужды. Во втором случае персональный менеджер взыскал долг с заемщика, похитив его сотовый телефон. По выявленным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время один из фигурантов арестован, двум его соучастникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело расследуется. Денис Желтов, Анатолий Чернов, Вести, дежурная часть, Саратов.